Отож, раді представити гостей нашої студії Іван Носик, керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, та Наталія Саратюк, вітаємо. Солістка оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Отож, сьогодні поговоримо про Наталку Полтавку. Розповідайте, коли і де буде іще черговий, скажімо так, виступ ваш, щоб миколаївці мали можливість завітати і переглянути. Добрий день, миколаївці, добрий день, поклонники всієї оперно-вокальної студії Ніни Западинської. Ми рады опять присутствовать на телевидении. Это второй наш будет спектакль 19 ноября в 15:00 в выставочном зале по адресу улица Адмиральская, 54. Ой, Никольская, извините, Никольская, 54, вход с улицы Соборной. На, это наш на муниципальный, как раз и так, 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 так. Да. Это наш муниципальный выставочный зал. Угу. Будет, сейчас вы там базируетесь, и там и репетиция, я так понимаю. Совершенно верно. Да, мы там и репетируем, и там будет второй спектакль наш. Эта постановка такая интересная, потому что в этом спектакле принимают участие не профессиональные певцы, не профессиональные какие-то актеры, которые за плечами консерватории, какой-то опыт работы большой там в театрах, а аматоры. Артисты, аматоры, которые поют и играют не хуже профессионалов. Да, но я только хотел сказать, что после первого показа в июне месяце, то я хочу сказать, что многие отзывались, что это было на уровне. Потому что Спасибо. На самом деле «Наталка Полтавка» была поставлена не одним театром, не одной вокальной студией, но все-таки вам удалось привнести что-то свое. Я думаю, что самое главное, наверное, это просто вдохновение, которое у вас было, оно передалось просто зрителю. Да, бесспорно, вдохновение. Сколько по периоду была подготовка? Спектакль мы делали полгода, 6 месяцев. Угу. 6 месяцев. И это каждодневные репетиции? Это практически каждодневные репетиции. Ну, каждый день собираться не имею возможности, потому что у меня певцы-аматоры, они все, каждый человек занят. Конечно, в какой-то работе. Это инженеры, это и врачи, это и учителя и так далее. То есть возможности такой нет, каждый день собираться, но несколько раз, 3 раза в неделю мы собирались. Наталка Полтавка для вас, Наталья, тоже символично, потому что, как мы уже разведали перед эфиром, что вы родом с Полтавы, да? Ну и имя обязывает просто участвовать. Что для вас все-таки это участие и как вы пришли в студию? Ну, для меня, во-первых, это дебют. Для меня это очень важно. Это первый мой спектакль. Да еще и в таком Наталка Полтавка, это моя любимая с детства. Угу. Мы с дедушкой еще в детстве в Полтаве вместе распевали эти арии. И ой, підвишні, підчерешні, голос звучал. И даже там в Полтаве казалось, це Наталочка Полтавочка наша. Вот так, видите, с детства оно пришло уже. Да. Пришла я в студию в 2011 году. К Ниночке, это для меня было настолько знаменательно, настолько такое счастье, что она меня, когда прослушала, увидела, она сказала, она мне нравится. У меня было то же самое чувство, настолько это было счастье, и мы после этого просто дружили. И как и вот хочу охарактеризовать ее, когда случилось вот так, получилось, что пришла в студию, потом ушел мой папа в вечность, потом моя мама, и она мне сказала, что... Наташенька, вы не грустите так. Говорит, я буду ваша мама и ваш папа. И мы всегда общались, мы часами разговаривали. Она рассказывала о своих проектах. Я приходила к ней в гости. Она учила меня. Вот, и сейчас ее дело продолжил. Я действительно продолжил Иван Носик. И он мой педагог по вокалу. Угу. И я действительно, и другие говорят, что выросла уже. Почти год мы занимаемся, и оперному искусству он меня учит, а еще актерскому мастерству. Он как прекрасный, уникальный, просто уникальный учитель, уникальный и режиссер. Спасибо. И еще актерскому мастерству мы учимся. И как же проходят репетиции? Что интересного происходит? Возможно, какие-то курьезы случаются? Случаются. Мы постоянно хохочем. У нас уникальный возный. Это Юра Прусский. Во-первых, их знаешь в жизни. И Олега Пружину, который Выборного будет играть. И Валечку Пашкевич, который Терпелыху. Но они все настолько
хорошо перевоплощается в образы, их просто становится не говорительными сразу. Уникально по-своему, да, да. Да, это просто, это настоящий воздух. Это, ну, мы, конечно, репетиции трудно не сдержаться, чтобы не смеяться, когда они вместе дуэты исполняют с Выборным. И настолько Валя Пашкевич, это Терпылыха, это мама, что хочет, обнимаешь ее, это мама, вот мама. Вот, ну, конечно, и Иван Носик дает нам возможность, он просто исправляет нас, если мы где-то в актерский, ну, что-то не то, но он дает выразиться нам, как артистам. Мы чувствуем свободу, но исправляет, где нужно. И как вокалисты мы растем. Это супер. Это настолько бывает интересно. Бывает такое, что на какие-то определенные элементы или картины приходится тратить больше времени и со стороны преподавателя? Конечно, конечно. Есть сложные, очень сложные такие моменты. В спектакле мы их прорабатываем, репетируем очень часто, много очень. И на этом делаем именно акцент. Я хочу сказать, дополнить Наташу. Наташа сказала про актерское мастерство. Uh-huh. Я этим спектаклем, который состоялся в Русском театре 28 июня, сделал такую вот заявку, очень интересную, в городе на создание аматорского оперного театра в нашем городе. Я потому думаю, что у меня в планах и дальше и мюзиклы. Я вот сейчас работаю уже над проектом интересным, делаю мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Потом следующий спектакль, после Нового года я буду работать, это тоже интересный спектакль, это оперетта, но мы сделаем ее немножко по-другому. Это «Сватанье на гончарице», это еще один такой украинский шедевр, я бы сказал. Еще один колорит. Еще такой, один колорит украинский, да. Но сейчас, вы знаете, нужно пропагандировать, развивать украинскую музыку, украинское искусство, культуру, потому что сейчас как никогда это необходимо в нашей стране. Незадолго до ухода Нина Григорьевна говорила неоднократно, что готова передать вам в руки коллектив, потому что уверена, что вы его будете развивать. Очень приятно, что действительно коллектив жив, коллектив живет, развивается, и, конечно же, это большое заслуга все-таки руководителя. Проекты, как видим, новые будут создаваться и создаваться. По поводу коллектива, сохраняете, скажем так, те, кто были, и, наверное же, приходят новые. Бесспорно, коллектив наш очень большой. Я бы хотел сказать, что уникальный и единственный в городе, который работает в жанре оперно-вокального искусства. Есть какие-то студии в областном дворце и так далее, там, я знаю, есть в некоторых домах культуры вокальные студии, но это немножко как бы, ну, будем говорить, не то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся действительно, я сейчас вот вывожу студию на другой совсем, будем говорить, уровень. Больше спектаклей хочу делать. Но аматорская все-таки направленность говорит о том, что может практически любой прийти и желающий. Да, да, бесспорно. Кто имеет желание и какие-то вокальные данные, внешность и самое главное желание. Желание работать, и все, я работаю, занимаюсь. Потому что если сильно захотеть, можно и на сцену вылететь. А вот да, мне интересно, бывало такое, что приходят люди и, откровенно говоря, у них нет ни слуха, ни данных, ни голоса. И что, как быть в такой ситуации? Ну, есть такие. При желании можно научить всему. Даже Мишка в цирке и то это ездит на одноколесном велосипеде. Не, но все-таки у нас оперная студия, оперно-вокальная студия. Все-таки у нас акцент идет на, прежде всего, на голос, на пение. Да. Это очень важно. Но приходят разные, будем так говорить. Поэтому я хотел бы еще, чтобы вы акцентировали внимание, когда, в котором часу и где телезрители наши и жители Николаева смогут прийти и посмотреть. 19 ноября. 15:00 в выставочном зале по адресу улица Никольская, 54, вход с улицы Соборной, спектакль «Наталка Полтавка». Я приглашаю всех николаевцев, жителей города Николаева, гостей и наших поклонников на этот праздник. Ну что ж, я думаю, что аншлаг, как всегда, будет. Вам спасибо большое, вдохновение вам в работе. Я думаю, что проекты, которые мы сегодня уже обозначили, будут тоже проанонсированы в эфире. Мы вас приглашаем, ждем. Спасибо. Ну и самое главное, хорошего настроения большое вам, для того, чтобы подарить это хорошее настроение зрителям. А я нагадаю нашим телеглядачам, что сегодня спілкувалися с керівником оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської Іваном Носком та Наталією Сиротюк, солісткою оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської.